ты, блядь, даешь. Попали. Ты, блядь, знак видишь там? Нет, каждый может быть прав. С понедельника по пятницу в 16:00 журналисты, которые знают больше, в программе «Точка зрения» на радио «Вести». Позавчера звонил, вчера она звонила. Алло. Ох ты! Да, дядя, здравствуйте. Право налево, понимаешь? Поэтому нет, простите. Нет, два. Ой-ой-ой. Не прав же вот этот был. Вы превышаете допустимую скорость.